Привет! Приглашаю посмотреть прохождение кооперативной кампании замечательной и веселой игры Portal 2. Все, наверное, проходили сингл, а вот многие ли проходили ее именно в коопе? Где другой сюжет и другие карты? Другое взаимодействие? Это весьма интересный вопрос. Тут-то вы и сможете увидеть, что она себя представляет. Поиск друзей, но у вас нет друзей. Осталось разобраться, кто who is who. О, банька. От когда не хочешь собираться в школу. Так же циркулярку подносит. Мне вопрос, зачем это нужно было сделать? Понятно, ясно. А что это там ты такое в трубах? Ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. Неприличный жест. Подожди, можно выбирать. Да. Как выбрать? Кью. А, для понял. Потребуется работа в команде. Бля? Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Синий, с помощью сигнального устройства укажи свое любимое животное. Так. Тут опасно. Опасно ошибиться. Хорошо, оранжевый. Посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Оранжевый. С помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Да, угадаю. Золото. Больше золота. Подожди. Портал. А, это типа посмотреть надо. Правда? Это серебро, если что. Синий, посмотри на интересный выбор. Аргентум серебро, аурум, по-моему, золото. Но это не точно. Это надо потом проверить. Вы можете использовать свои сигнальные устройства. Это скорее всего чтобы так. Указать напарнику, где вы просите его разместить портал. В этом тесте я буду изображать твоего напарника. Нас типа рассадили. С помощью сигнального устройства, пожалуйста, укажите, где мне разместить два портала. Укажите оба места. Типа посмотреть все надо. В смысле? Это должно работать. Должны подняться плиты. Так. Вот сюда вверх. Не. А, второй портал, я понял. Вот второй портал. А как ты в тот попадешь? Этот желтый. Так. А синий там. Так. Что нам так. Это дало? Красный портал на потолке. Красный портал, по-моему, не там должен находиться. А красный мой, я так понимаю, да? Ну, красно-желтый это твой, синяя мой. А, у меня есть портальная пара, я думал, он у меня только один, это было бы тупо. Оранжевый первым получает портальное устройство. В смысле? Каждая портальная пушка может открывать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Прикольно. Ура, пушка! Только не забирайте у меня ее. Нет, не забрали. Кнопка. Веса синего. Хотя даже показывают по телевизору.
Маскировка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. В смысле? Я думал, он скажет, слишком толстый. Хоть где-то я нормальный. Ваше сигнальное устройство — ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Э? А, понятно. Допустим. В чем прикол? Портал там, портал тут. А раз я здесь, и я вижу оба этих места, то убирай синий портал этот. Так ты сам, если стрельнешь, он встанет, да. Во. Кубик! Каждый день я разгружаю 10 вагонов таких кубиков. В смысле? Закрылась. Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы. Нет! Прекрасно оранжевый. Да ладно, ты его споймал? А чего топлю его на твоих глазах? Так, подожди. А тут его отберут. А с мыслями забрали его, а? Ты потерял. А в не понял. Ты потерял. А, ты его пересоздаешь, я засранец. Нет. Подожди. Плита. Кубик ловить. Отдай кубик. Что с ним сделать-то надо? Да, дальше идти. В воду? Какую? Нет, в воду? Здесь стоит поле, которое забирает, там портал где-то надо поставить. А, дай его мне. Чё, можно? Да. А, прикольно. И смотри, дальше. Там стекло есть, его можно разбить, наверное. Нет. Оно битое. Нет? Нет, не, ну от этого в нем трещин не прибавится, то если то что-нибудь швырнуть, то возможно. О, а у меня тоже есть кубик. Это я тебе его дал вообще? Не понял. А в смысле нет? Дверь открой. Открыл. А, допустим, и что? Кнопка. А, там поле стоит, то есть его надо выбить. Поставь второй. О. О. Чё-то получилось. Да. Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытание. Вы первые роботы, прошедшие калибровку. Последние. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Продолжим испытание. Подожди, что тут есть? Сы? Что такое? Голову оторвал. Так, подожди, вот моя. Мой поезд отходит здесь. Хороший метод транспортировки. Тебя разбирают на запчасти и отправляют по трубу. Я так в больницу хожу каждый день. Ну как хожу, меня привозят. Я думаю, что люди в поездах бы ездили так намного быстрее, если бы... И компактнее, да? Да. И главное, не попасться между двух каких-то бабушек. Да, главное, чтобы... Поздравляю с завершением стандарта. Тебе не поставили потом запчасти от бабушки. Чтобы это отпраздновать, я приготовила сюрприз. Еще одну особую зону. Шагов сделано. Чего? Сколько шагов сделано? 100 шагов назад. В смысле 454? Как так? Делай больше, делай больше. Надо лишь освободить людей из заключения. Наверное, они устроят вам вечеринку. Какие еще эмоции вот есть? А, в смысле? Нормально.
нормально. Так, один. А, это наш, так скажем, центральный хаб. Да. Выберите уровень, перейдите, ну... Шестой. Ага. Кто выбирается-то? Не, подожди. Как выбрать максимальный уровень? Максимально шестой сейчас доступен. А, нет. Подожди, как ты нажимаешь? На Ешку. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Не пить воду? Чего? Где? Всё. Не пить воду? Ну, вот где? Последняя снизу. Не пить воду? А, действительно. Что? Я думаю, это там, где комната с гелем были. Так. Может придавить, может сжечь. Сейчас просто достаточно встать. Можно утонуть. Получить кубиком по балде. А что это должно символизировать? То, что тебе дадут коробку. А, это... Нет, это погрузчики Икеи. А, точно. Икея — организация, запрещенная в РФ. Теперь да. Так, что дальше? Она же закроется. Нам надо... Не, подожди. Надо ее открыть, может быть, там портал какой-то есть. А, он здесь не делается, да? Подожди, а если там здесь открывается дверь туда? Ну, раз у тебя открывается туда, значит, мне надо пройти дальше. И что-то еще открыть. Удерживать для вида напарника. Что? Удобно. Картинка в картинке. Это как? Да. Портал. Таймер. Это... Вот так, что ли? А, ты поставь один портал здесь. И один. Ну да, я так прицелом хотел сделать. Ну, допустим. Что из этого получится? Ну, ты можешь сойти с кнопки и войти туда, в общем-то, через портал. Я открою вот эту. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. А, погоди. Короче, тебе там портал надо было поставить свой. Да. Чтобы я мог там выйти. О. И куда ты? И куда ты? Подожди, это желтый портал. Подожди, не туда, да? Поворот не туда. Вот этот правильный. Так. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу. Помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Второго со скалы, что ли, скинули? Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинству победителей. Чего? В смысле? Подожди, жестянка. Понимаешь, это чемпионат по плаванию. Да. Последний так и не пришел. Последний герой. Я создали. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Комната. Да. Да. А, но панель же закрылась. Что там было? Правильно, там... иди через портал. Там была просто какая-то панель, которая открывалась. Так, ну, допустим. А! Откройте! Откройте! Скажи, Поляныця. Поляныця. Подожди, таб, удержать таб для вида напарника. А, это типа я смотрю, что видишь ты. Прикольно. Удобно. И чё там? Меня смотрят. Скорее всего, ты должен на вот этом... Вот портал есть. Короче, мне надо вернуться и поставить свой, чтобы... Да в смысле? На вот том ставь, на вот том сразу ставь. Вот, ой. А как я туда попаду? Сюда ставь. Во, теперь там еще где ставить. Так там я уже поставил.
Ага, зачем уйти? Да, ты можешь просто вернуться. Кубик. Есть кубик. Его надо достать. О, вот эта часть моя любимая. Ну что она должна делать? Таймер, что ли? И? А что поделать? А, во! Вторая кнопка, она меня запутала. И чё? А, я понял, наверное, надо кнопку нажать еще одну. Вон она. Так. И чё? Дайте кубик! А, вон еще кнопка. Короче, смотаться надо к обоим из них. Вот здесь портал, то есть и здесь портал. Здесь 4 кнопки. Раз. А, подожди, стой. Смотри туда. А, все кнопки надо нажать просто, да, я понял. Ага. То есть вот, раз. Левое нажимаешь и правое. Раз. Раз. Два. Во. Нажали, да? Да, норм. Теперь тох. Очень хорошо. Ага. Вы двое прекрасная команда. Да. Благодаря тому из вас, кто... Четыре кнопки, это... Это перевор. Это как задача и... Это как в тригонометрии уже пошла. Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Так вот, типа стоимость покупки карандашей и ручек составила... руб 10. При этом известно, что ручка дороже карандаша на рубль. Вопрос. Сколько что стоит? А, это прикол из разряда задачи на транке. Которые задавали в модах. Только там было про напитки и бутылку. А в смысле? Я ничего не скажу. Ты меня не расколешь. А, вот, ты сюда, да. Ставь. И вторая нужна тоже. Сюда. Подожди. А, продолжить надо просто. Да, да, кубик. Ай. А? Там. В смысле? А, понял. Я понял, что эта кнопка делает. А! Там турели стоят. Надо их зажарить, получается. Вот. Они жарятся? Что ты делаешь? Ты чудовище. Они одни из нас. Шучу. Один из нас, их один уничтожение из нас. Является, о, если так. Испытания. Они для вас теперь сюда важнее, чем вы для меня. Чтобы его направить надо. Вот сюда. Во. Да, я вот тоже так усмотрел. Ага. В счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру.